Красно-черные против черно-белых. В воскресенье во Владимире состоялась принципиальная встреча двух непримиримых соперников – текстильщика и торпеда. Правда, противостояние получилось в основном фанатское, нежели футбольное. Незадолго до начала матча в интернете появилась информация, что на нескольких ивановских фанатов перед отправкой напали владимирские. Официальных подтверждений этому нет, но фанаты торпеды действительно вели себя не совсем адекватно даже на трибунах. Сначала выкрикивали нецензурные кричалки, затем и вовсе подожгли фанатский шарф. А на поле в это время ивановцы совершали одну ошибку за другой. Было видно, окружающая обстановка давит на игроков. Однако первый гол все же забили красно-черные. После розыгрыша штрафного отличился Анзор Саная. После удачного старта ивановцы расслабились. Не удавалось ни защита, ни нападение. Выручало разве что везение. Мяч несколько раз пролетал в сантиметрах от наших ворот. Фортуна подвела ивановцев в конце первого тайма. Во второй половине игры голевые моменты ивановцев и вовсе можно пересчитать по пальцам. Ворота несколько раз спасал голкипер Андрей Романов, оправдывая звание лучшего вратаря зоны «Запад». Но и он не смог отразить этот удар на 90-й минуте встречи. Итог дерби 2-1 в пользу владимирцев. Не получилось именно играть в футбол. Вроде была борьба, но борьба борьбой, а надо еще и играть. Одной борьбы мало. В желании вроде упрекнуть никого я не могу. Все хотели, старались, а качества нет. Будем работать. Черная полоса или закономерность предстоит разобраться тренерскому штабу в самое ближайшее время. Ведь следующий матч состоится уже в это воскресенье на нашем стадионе. А дома и стены помогают. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Владимир.